Здравствуйте, мои друзья! Сегодня я хочу поздравить всех с Днем художника. И чтобы ваши карандаши были быстрые, красивые, а кисточки легкие и вдохновляющие, рисующие, пишущие красивые пейзажи, красивые портреты. Художник – это такое существо, такое явление в природе, который через себя, через свое восприятие дарит людям свои картины, свои работы. И эти работы и картины, в зависимости от таланта художника, живут долго и радуют долго. Вот, наверное, без художников мир был бы, наверное, мрачным, серым он был бы, однозначно, одноцветным. Поэтому я поздравляю всех художников, всех собратьев по карандашу и по кисти с этим прекрасным праздником. Сегодня солнечный день, я принесла в мастерскую солнечный портрет, нарисованный карандашом. Кстати, сегодня у меня тоже маленькая дата, а может быть даже, ну, важная дата. 12 лет назад я начала работать и рисовать портреты. Я первый раз выставила свои акварели вот на улицу, на уличный вернисаж, но это было сейчас громко сказано так. Просто я вышла возле дороги, так сказать, под забором выставила свой стендик. Стендик, который стал моим как бы выставочным экраном, таким моим другом на долгие 12 лет. Вот сейчас сегодня исполнилось 12 лет. Я всегда шутя называла себя Лариса в стране подзаборья. Но мимо этого подзаборья и шло столько много людей, которые сразу видели мои акварели в первый день. Это был тоже день художника, у меня купили сразу, женщина купила 3 акварели. Для меня это было очень дорого, очень важно и в духовном плане, и в том плане, что тогда было у меня дикое безденежье, и тут вот я за свои работы, мне женщина это отсчитала, там сколько там было, по 50 рублей я продала 3 картины. Это были просто огромнейшие деньги для меня в то время. И огромное счастье, которое неизмеримо, поскольку я просто вообще, я задохнулась от эмоций, от слез даже. Я стояла и не верила, что мои картины вдруг покупают. Я выставила без всякой даже надежды на то, на какие-то там. Я просто хотела людям показать свои акварели, которые вот меня просто увлекли, и я целое лето рисовала. И на моем стенде стояли акварели и один портрет. Вот. Ну так потихоньку портреты пришлись по вкусу, и я стала рисовать. Вот сегодняшний портрет – это графика, ластик. И тут даже вот просто вот здесь капелька белил, но это вообще незначительно. Я не хотела примешивать никакие белила сюда, ничего, чтобы был чистый карандаш в своем звучании. Мягкий, чистый, простой карандаш. Нравится мне фон, как я сделала. Он просто гармоничен с образом девушки. Нравится мне художественная такая рама под этот портрет. Портрет выполнен под заказ, но с вдохновением. Как, впрочем, все портреты я пишу.
лучики света. Ну, весь портрет лучезарный такой. И мне он очень нравится. Ну, если нравится мне, то значит безупречно и безусловно все будет в порядке с человеком, который заказал этот портрет. В смысле, все в порядке. Он обрадуется вот этому портрету. Ну, а вам как нравится? Мне кажется, шикарно. Просто вчера рисовала и думаю, боже, как бы было классно, если бы вот рабочий момент. Я постараюсь в следующий раз. Это будет очень интересно. Не просто уже готовы показывать, а именно рабочие моменты. Вот еще раз погуляю по живописи, по графике, живописной графике. Карандаш, здесь вот играет градации тона, полутона, полностью карандаш здесь великолепен. У каждого художника своя техника. Вот это моя излюбленная техника такая. Излюбленная. Кстати, я себя тут очень скромненько запечатлила, Лариса Изюмченко, 2018. И жду заказчика. Портрет уходит далеко. Насколько я поняла, в Петербург. Вот. Ну и все на этом. На этом все. Если вам понравилось, пишите комментарии. Ну, конечно же, я очень рада получать ваши отзывы. На этом пока.